Всем привет, ребят! Доброе утро! Вот так вот с утра мне летом выпал снеговик на арабском сервере, потому что смотрел и смотрю, что там у нас интересного есть. Поехали, посмотрим на русский сервер. Обновились ли у нас награды? Скорее всего, обновились. И заодно посмотрим, что там интересного есть. Добавили ли кучу халявы, как они обещали? Все, мы сейчас это узнаем. На Тайване уже добавили. Вчера, вот оно, наконец-то у моей сардельки будет Ронька. Будем сарделить Роню. Что могу сказать по поводу плюх? Многие там возмущаются, что фигня, но мы всегда возмущаемся. Но это все равно плюхи бесплатные, бездонатные. Это Ронин скин, который нужен 90% игроков, у кого их там без донатов, у кого проблемы с битвой гильдий, осталось только будет вытащить ожог, наролить 5 созвездий на уклонение 5 и все будет окей. Ну а так, в принципе, довольно-таки неплохо. Сумки фигня, честно говоря, вообще ни о чем, потому что в сумочках просто печаль. Даже комментировать не буду, а за это вообще, это просто пипец. Вот эта вот база, которую можно было не давать, потому что многие ребята, кто поспешил купить, собрали ее отсюда. И это печально. Очень печально. Так, что у нас еще? Лимиты, временные акции. Не помню, что-то поменяли, что ли? Или не поменяли, или не такие и были. Некрос за 700. По-моему, поменялось. А может и были. В общем, напишите в комментах, а то я не помню вот этой акции. Ну, именно этих плюх. Так, это что у нас? Акция за накопление. Вот такая. Такое. Так, добавили вот эту набор обитателя. Еще один набор обитателя. Набор обитателя 4. Набор обитателя 3. Ну, такое себе. Так, что у нас еще интересного? Роллинг за 1500. Он будет стоить 1200. Вот так вот, ребятушки. Давайте жахнем. Я хочу за 1200 жахнуть. Чего вы мне за 450 даете? Вот так я хочу жахнуть. Вау, опять снова. Ну, это просто судьба. И скажите, что не подкручено. Арабский. Короче, вот такой вот, ребятушки, роллинг за 1200. Печальный. Как видите, рассчитывать на то, что упадет имба. Посмотрите, сколько я уже слил. 20к, вот 20к лайков вы должны поставить мне. Но это печаль. Ну, не знаю, такое себе. Не нравится мне этот роллинг. Чтобы здесь падали имба герои, я бы не сказал, уже 30к, ребят. Бигфут выпал, ну... Космо, вот, вот теперь, вот да, все. Теперь это имба роллинг. Так, что у нас дальше есть? Парящий остров. Не знаю, что он парит. Ну, такое. Так. Огникрыл. Вальс клинков. Ой, себе. Самоцветные бонусы. Поехали. Посмотрим детальки. Что там за самоцветные бонусы у них. Вот эта акция довольно-таки неплохая. Возможные бонусы до 25%. В принципе, очень даже неплохо. Если вы собрались задонить сегодня, плюс еще пак за накопление, почему бы и нет. Так, войди в игру. Поехали, войдем в игру. Я профукал вчерашний день. Я красавчик. Так, пакет накопления. Набор обитателя мы смотрели. Магазинные безумия. Вот так вот даже. Ну, просто жесткие акции на русском сервере. Вот ребята спрашивали, когда стоит донить. Можете сегодня донить. Правда, здесь нету
Не вижу, не вижу. Зефира я здесь. Так, сокровищница, там мы видели. Кстати, давайте сокровищницу забежим, нам героев. В общем, много акций, крутых акций. В принципе, ну, опять же, для донатов. Вы потратили 228 тысяч самоцветов, ребят. Это еще, наверное, не предел. Я не знаю, вытащим Морозу. Сумка Валентина. Мы там сколько собрали? 70, по-моему. Золотой ключ. Мы осколками собрали легендарное яйцо. Значки почета. Золотой ключ. Таинственный мешок рун. Пятьсот орденов. Заклинательница опять нам упала, а розы мы так и не видим. Вот так вот. Ну, попробуем еще потом. Так, ну вроде как бы все, разобрались со всеми акциями, я надеюсь. Поехали еще зайдем, посмотрим. Вот так вот, такие вот плюшечки получили. Поехали зайдем на английский сервер, посмотрим. Или там что-то поменяли, и мне интересно еще Тайвань. Давайте сначала на Тайвань зайдем. Здесь были сундуки по одному самоцвету. На русском сервере их не добавили. Мне интересно, что будет на английском. И опять на Тайване, что сегодня будет. Вот эти наборы. Это набор с огником. Здесь вообще ничего не поменяли. Поехали посмотрим английский сервер. Ну, на каждом сервере по-своему встречают. Так, забрали. Это на каком? Это мы на десяточке. Видите, вы сегодня видосики с десяточки. Веселые видосики. О, здесь пирата открыли опять. Блин, что-то здесь так зачастили пираты открывать. Так, разбей яйца. Ну, здесь нету целого зефира, как на других. Так, Amazing Game бонусы есть. Clashers Day. Кетчи прайс сегодня есть. Вот так вот. Вот так вот, английский сервер с этой акцией тоже очень крутой. Блин, реально очень крутая. То есть одна попытка для бездоната есть. И давай плей! Не хочет нажиматься, смотрите. Play change. Ну, давай. Что с тобой? Не хочет. Хватайка, блин, это реально очень обалденная акция. Я уже где только не нажимаю, она не нажимается. Посмотрите, сколько здесь разных плюх. Просто кайф. Посмотрим награды. Посмотрите. 5 ключей Томы, так, инсигния, чест. 15, 1600 и 800. Ну вот за 20 реально обалденные плюхи. Сундучки. Ну, бэги. Jar of Gems тоже, в принципе, неплохо. 10 косамов. 40 ключей инсигния, камикрок и 20-50 пыльцы зефирика. 7 штук. Вот такое себе. Блин, а что оно не нажимается? Непонятно. Ну, в общем, круто. Accumulation Plan for Prize. 125%, ребят. 125%. Бонус. Как вам такой бонус? Реально крутой. Смотрите, Космо. Огник. Огник, как обычный, раритетный уже Космо. Жесть. Это они гонят. Так, что у нас тут? 150 пыльцы. 30. Дучки.
Так, девятое. Ну, в общем, вот так вот. Что-то меня обогнали в топе или нет? О, наконец-то. Будем опять с ним тягаться. Да, что-то мало он обогнал. Короче, реально очень крутые акции на каждом серверов. Поехали еще забежим на немку. По-моему, это оно. Склос конфликт. Ну, блин, мне нравится. Хватайка, конечно, на английском сервере это нечто. Фу, посмотрите на этого коллекционера на немке. Свален, скин, скин, скин. Вот здесь за три шамана, конечно. За самики неплохо тогда. Вообще отлично, минус 10% целых. Так, базар. Это все понятно. Нам самое интересное. Но здесь нет, видите, здесь еще не обновились акции, они через час обновятся только. Все вчерашние. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.